чище. А нет. Да-да-да. Ребятишки, еще здороваться, еще раз. Да? Вот поезд прибыл. Да, поезд прибывает, Владивосток, Москва. О, вагон-ресторан, ресторан. Самый первый. Да, самый первый вагон-ресторан. Пошел. Так, первый вагон, это какой, интересно? Непонятно. Второй. Был первый, значит, это второй. Да, придется до вагона-ресторана-то найти, идти, если у меня 10-й вагон. Если ты захочешь туда пойти. Так, это третий. Четвертый. Пятый. Опять десятый. О, вот новая купешка пошла. Восьмой вон твой там получается. Пойдем. Да, пойдем. Ну что, прибыл поезд. Идем. Идем с Максиком на посадку. А Максик, как всегда, убежал. Вот. Так что засняли. Засняла я прибытие поезда. Я провожаю, да. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Максим, подержи, пожалуйста. Да. Потому что у меня тут трое пассажиров сейчас стоят. Так будет проще. Да, снимает меня Максик, оператор. Да, вот вчера был день рождения. Вас на третьем нет. Все, проходите, ага. Пожалуйста, постельные комплекты вам. Ага, все, спасибо. Давайте помогу. Ну что, Максюшка, пошли? Да, идем садиться, а я провожу. Я буду провожать. Да. Заходите, ага. Я помогу еще заселиться. Во. А, вот еще выходят туристы. Еще долго не выходят. А, там, наверное, еще не там две девочки. Еще долго выходят. Две девушки. Ну, сейчас надежнее. Ага. Две сразу. Я сразу всю беру. Все народ перегородило вообще, как экскаватор. Экскаватор. Там не мальчик подаст уже. Не начинай мы. Здесь еще 50 секунд нет. Не задавите. Ну, проходите, добро пожаловать на город, изучайте. Ой, спасибо большое. Такие вот кофе. О, да, а да, в автоматике, да, я помню. Скирование. Да, да. Байкал он продается, черный головка. Так, ну пойдем. Да, наш. 19-е место. Давай ищем. Так.
Никого нет? Нет, вроде никого нет. О, ошибись. О, ну круто. Да, новая купешка. Вот ребята уже неоднократно ездили. Ну вот, меня Максимка проводил. Что тут посадить? Ну как твое мнение, Максимка? Ну я бы с радостью сейчас тоже бы куда-нибудь поехал. Ну вообще твое мнение о купешке, о поезде? Купешка шикарная. Да, кунгуры ездили с ребятами, помню. А второй раз один ездил из Кирова до Перми. Ну правда, в самой купешке не один был. Ну, ну, вот кто, ну кто смотрел мой ролик, те помнят, видели, что ну, как да. было. И самое что интересное, вот эта верхняя полочка, она, кстати, поднята. Что, кстати, очень удобно. Да. А если к тебе никто не подсядет, то будешь как королева ехать одна. Да, вот, кстати, да. Я вот что до Перми ехала одна, только, что. Вот как я из Тюмени ехал один. Ну только немного в другой купешке. Вот, что я, кстати, на Ростов, ну да, ну тогда, что туда я ехала вообще обратно. Одна, да? Одна. Никого не было слева. Никого не было. Ну, я окошечком так... покажи вокзальчик. Ну, я так думаю... Первый путь. Там уже Северобайкальский поезд стоит. Тоже до Москвы едет. Не знаю, там его не видно, он покороче будет. Ладно, ребятишки, обзорчик будет, наверное, уже... Позже. Ну да, уже в отдельное видео попозже, когда да. Когда отправишься, сними, кстати, за окошком Москва будешь проезжать. Михалыч, район проедешь сразу быстро. Ну да. Первосортировочную проедешь. Вот. Его дома уж, кстати, увидишь. Вот, да, так что, наверное, обзорчик, наверное, сниму попозже. Да. Более подробный. С туалетами. С туалетами. Да, и душевая кабина. Да, с туалетами и прочим. На улице холодно, что? Да, то что теперь у меня это вот место Михалыча у меня вот это вот. Сонное место. Да, сонное место. Ромчика место. А Ромчик всегда любит вот на это место нижнее брать. Я тоже теперь как он. Так же люблю его место. Так что все, ребятишки. На этом пока временно. Отключайся. Отключаемся с Максиком. Вот. Согреемся немножко, посидим. Да. Вот. Ну ладно, всем счастливо.